Итак, приветствую, дорогие друзья, на связи Грим Оптимист, мы с вами продолжаем проходить Dark Souls, и я тут много почитал про этого Арштейна, это скорее всего не Арштейн, я так понял, то есть это драконоборец тоже, но это не Арштейн, потому что слишком сильно отличается многое, да, Вот, и еще я знаю то, что следующая локация будет адски сложная. Это что-то типа Блейдтауна из оригинального Дарка, поэтому я думаю, что скучно нам, ребята, точно не будет. Надо еще как-то убить этого драконоборца. Я понял, что это не сложный босс. То есть он, ну, такой. Но, блин, я так дохну тупо на нем постоянно. И проблема в том, что до него дойти еще надо. Вот, он как бы это занимает время. Это меня больше всего вымораживает, наверное. Все. Так, следующий, сказал заведующий. Щит вообще отлично, конечно, держит их атаки. Ах ты. Блин. Да, ну, пожадничал. Дамага ему меча не хватает, надо немножко прокачать его еще. Но я думаю, что мы сможем это с вами сделать. Так, остался еще один. Давайте пока его убьем. Постараемся просто аккуратно очень проходить и... Да, сейчас мне бы не сдохнуть еще. Легкие противники, но почему-то я на них теряю хп постоянно. Так, давайте мы с вами, не знаю, используем камушек, что ли. Я говорю, не хочу тратить эстус на них, потому что пригодится еще. Так, нам нужно вот... Доспехи у нас, конечно, не очень. Надо бы что-то новое присмотреть. Потому что я даже прокачивать эти доспехи не очень хочу. Давайте мы восстановим стамину. Больше самоцвета я тратить не хочу, поэтому придется лечиться дальше кольцом регенерации. А для этого нам больше нельзя получать урона. Слава богу, этот щит держит 100% дамага. Вот, почему это не Арштейн там? Ну, основной довод был то, что действие в это как бы... Твою мать, ну что, откуда нихуя этот удар берется? Не было бы раньше его. Что-то выпало. Наверное, опять какой-то щит рыцаря. Ну-ка, смотрим. Какой-то щит рыцаря. Старый щит рыцаря. А он лучше, ребята, чем этот. Или нет? Так, 86, 100, 50, 55. Нет, он не лучше. Ну, в чем-то лучше, но в основном он хуже. Он лучше защищает всяких молний, огня там. Хороший щит, то есть мы его, наверное, оставим с вами, но пока его одевать не будем. Щит бы тоже прокачать не помешало, потому что как-то, ну, хотелось бы получше защиты все-таки. Вот в частности от Арштейна. Потому что, ну, я буду его называть по привычке Арштейном, хоть он и не Арштейн, если даже это, я не думаю, что это настолько важно. У нас все-таки не сюжетное прохождение, то есть основная у нас...
Да твою мать, ну что, я же защитился. Ой, придется жрать. Я не с неполным здоровьем, я на него точно не пойду. Это вообще самоубийство чистой воды. Ладно, используем одну флягу. Нам все равно столько фляг не надо, там дело не во флягах, скажем так. Надеюсь, что сейчас все получится. Чуть не хочу я снова это все проходить. Максимально аккуратная тактика, никаких этих финтов, там, выебонов, извиняюсь за выражение, и так далее. Этот удар, конечно, этот. Я хотел попробовать кувырки на нем, но... Блин, вот... Все равно я теряю на нем хп. Все, всю стамину высушивает сразу же. Так, тут какие-то лавки, но лавки нам не нужны. Черт. Я боюсь просто уклоняться, потому что они имеют свойство за воздух вас цеплять. Блин, видите, какая у него алебарда длинная? Кольцо регенерации тоже делает свое дело, слава богу. Черт, а камера начинает чудить опять. Черт, третьим ударом достал все-таки меня. Давай. Один раз ударил, и ладно. Хорошо. Так, отходим, отходим. Отлично. Пожадничал, два раза ударил, надо было один. Так, сейчас опять максимум выжидания. Я пить Эстус боюсь, потому что есть шанс, что он меня в этот момент убьет. Это уже на крайний случай. Давай. Что бы я без этого щита делал, ребята, тут я вообще боюсь даже представить. Блин, не ударил. Ух ты! Это было жестко, ребята. Так, нормально. Давай. Конечно, дамага от меча не очень хватает, если честно. Видите, то есть какая атака у него длинная. Это вот от нее вообще очень... Я боюсь просто кувырками уходить, потому что, я говорю, есть шанс, что опять там что-нибудь заглючит, и... Тут можно было два раза ударить, кстати. Опасно, опасно! Так, отлично. Давай делай свою атаку. Надо было подлечиться. Ну, ладно. Всю стамину сразу высушивает.
Отлично. Давай, давай. Так, подождем, надо восстановить, чтобы подождать, пока кольцо наше начнет регенерировать. Один раз будем бить, нафиг. Не хочу я больше. Отходим. Попьем. Ну, тут уже как бы экономия. Об экономии речи не идет. Давай-давай. До свидания, все. Ну, не сложно, то есть босс, как я говорил, просто не надо косячить, все. Ничего сложного не было. То есть я вот сел сегодня, да, и с первого раза убил. Душа драконоборца, старое кольцо с львом. Кольцо с львом, оно увеличивает шанс от атак, которые вы парируете. Но я парированием почти не пользуюсь, поэтому для меня это кольцо практически бесполезно. Вот, возможно, конечно, научусь еще парировать, да, но что-то мне подсказывает. Так, давайте попробуем посмотреть, что в сундучках у нас тут. Треснувшее синее око ненужное, которых у меня и так дохрена. Так, и тут что-то есть еще. Железная маска рыцаря Хейда. Башенный щит. Так, ну-ка посмотрим, что за маска Хейда. О, тяжелая, но не намного тяжелее. Оденем. Ну-ка, кувырок. Кувырок нормальный. Так, поговорим. Эй, бренное создание. Здесь не место для таких, как ты. Исчезни, тебе нет нужды. Короче, ему нужно, чтобы у меня, насколько я знаю, были какие-то штуки, короче, чтобы я навыбивал каких-то этих штук. Не помню, как они называются. И тогда он, типа, скажет: эй, ты, типа, наш пацан. Вот так он со мной говорить не будет. Типа я... Он... Синие рыцари там, или как они называются. Ну, вы поняли, короче. Отправиться. Так. Сюда. А, нет, нам же в Маджулу сейчас надо, точно. Потому что надо... Надо посмотреть, во-первых, доспехи, самое главное. Потом уже уровень поднять. Потому что следующая локация, я слышал, что это полная жопа. Там нету вообще бонфайров. Собор лазурного... А, ну да, понятно. Значит, идем мы в Маджулу. И нам нужно будет еще кое-что купить. Блин, денег вообще не хватит. Ну, сейчас самое главное — это доспехи, остальное все фигня. Потому что эти доспехи... Шлем у нас сейчас более-менее, но остальные доспехи — это жопа полная. Давайте, кстати, сразу все души используем, которые... У нас, кстати, их почти и нету. Ну и ладно. Там он есть торговец. У него есть доспехи, как вы помните. Так, не сюда. Не сюда. Я надеюсь, что вы придете. У меня появилась пара новых вещей, я подумал, что вам захочется на них взглянуть. Они пользуются хорошим спросом, и, возможно, я скоро могу раскошелиться. А расшириться и... Купить предмет. Так, щиты нам не нужны. Вот, доспехи, значит, что у них есть? Блин, у него ничего нормального. А, вот есть доспехи. 9,2 весит, а это мои, да? 7,7. Блин, я боюсь, что я в них не смогу ходить. Это тяжелая штука. 40... Блин, тут непонятно просто, сколько это. Так, 104, 101, 114, 104. Ну, понятно, это говно. То есть, если брать, то вот эти надо бы доспехи. Как-то что-то не знаю, блин. Денег-то хватит, но... Как это называется? Доспехи элитного рыцаря. Перчатки элитного рыцаря. Блин, они тяжелые, пипец, эти доспехи.
Доспех солдата короля. Эти полегче, но они не намного легче, хотя, ну, черт его знает. Наручи солдата короля, проверим просто. Сколько они весят? 5,3. 45. Ну, то есть, да, они, конечно. А, кстати, эти... Так, стоп. 3,8. 3,7. То есть, тут имеет смысл, допустим... А, они лучше даже. Элитно... А, ну да. То есть, допустим, имеет смысл одеть вот этот вот... Так, а штаны как? 5,3. Ага, а здесь... 6,9. Ну и тут они тяжелее. То есть наручи можно эти. Но наручи-то эти мы по-любому сейчас возьмем. Да. Давайте оденем. Приходи еще, Лили. Так. Перчатки сокольника. Вот видите, что они поинтереснее. Не намного, конечно, но все равно. Вот наручи эти нам будут весьма кстати. Так, а сколько у нас загруженность? 68%. Нет у меня возможности больше особо. Так, а сколько эта броня весит? Ну-ка. 7,7. Блин, та тяжелее броня. Я, конечно, смогу ее одеть, но... Так, у этой 74 защита. Ну-ка, а у той... Да, короче, тоже ни о чем. Смысла менять шило на мыло как бы особого нет. Если уж брать, то вот эту броню. Давайте пока воздержимся. Хрен с ним, будем так ходить. Так. Так, усилить. Что нам нужно для этого? Два свежих и больших, а сколько титанит? У меня ни одного пока нету. Так, мы можем прокачать щит. Вот этот. А для этого нужен мерцающий титанит. В принципе, если прокачать... А, у меня осколок титанит. Один всего есть осколок титанит. Но их купить можно у него. Этот щит-то поинтереснее, блин. Он вообще неплохой, кстати. Как он называется? Старый щит рыцаря. Давайте его усилим. Купить... Так, а сколько у него вес, кстати? Я, по-моему, зря сейчас вообще просрал титанит один, потому что он, по-моему, тяжелый. Давайте попробуем вообще его поставить себе, во-первых. Потому что вдруг он здоровый. Этот весит 6 килограмм, а этот сколько весит? 8. Да. Черт. Ну ладно, он все равно в любом случае мне еще пригодится. Ладно, усилил и хрен с ним. Не смертельно. Так, все, сейчас самое главное подняем. Сейчас может быть этот, если мы с вами... Так, новый уровень. Вот, значит, что мы улучшаем? Во-первых, мы улучшаем жизни. Вот самое главное, наверное, физическое, этот сам, вот в этом, в этот раз. То есть прокачиваем сильно физику, тем более это еще нам и здоровье прибавит немало. Вот, после этого мы улучшаем стамину. Вот и, наверное, чуть-чуть улучшим силу. Еще что-то могу улучшить. Тогда, наверное, еще физику. Правда, я все просрал, все души, которые у меня есть. Но сейчас, наверное, я могу поставить тот щит хотя бы. Хотя бы. Ну-ка. Вот. У него чуть-чуть меньше защита, да? Да, я могу его... А, невозможно использовать. А что он требует? А, 24 силы он требует, понятно. Это большой щит или... Нет, это просто щит. Это не средний щит, то есть небольшой. Ну, его мы будем использовать, но чуть позже. Так, а что это за щит? А, это большой щит, понятно. Он требует до хрена 30 сил всецело. Ну, сила у нас скоро будет хватать. То есть это то, что нам ее пока не хватает. Это временно и это ненадолго. Так, отправляемся назад в... Сюда. Вот. Там будет одна локация. В ней вообще нет костров. То есть там ее надо разом проходить. И я вообще с трудом представляю, как это все вывозить. Если честно. Еще бы желательно туда ключ этого. Там он может здорово помочь. Ну, я покажу, короче. Попозже мы его купим, пока у меня все равно душ на него не хватит. Поэтому оставим. Так, что-то там промелькнуло, или мне кажется.
Монастырский талисман, что это такое? Кость какая-то. Лечит отравление, восстанавливает здоровье. Понятно. Ну, пригодится, может быть. Не дай бог. Нормально. С этими ребятами проблем особых не бывает, как вы уже поняли. Только если сам зафейлишь. Так. Так. Души копятся, это хорошо. Души нам нужны. Так, здесь у нас... Человеческая фигурка, темные пилюли, они, по-моему, лечат от чего-то. Душа гордого рыцаря, это хорошо. Старая алебарда рыцаря, я ей пользоваться все равно не смогу. Ну, алебарда, они очень много силы требуют. Так, душа рыцаря есть. Я вот думаю, ну сейчас дойдем до следующего этого. И я попробую все-таки те доспехи как-то одеть. Хотя, конечно... Ох ты, опять попался я на этот удар. Блин, сейчас будут проблемы, потому что... Тут никак не подойти к нему, он загородил своей жопой мне весь проезд. Ага, вот все. Все. Так. Я тут не ориентируюсь, то есть я просто слышал, скажем так, про этот уровень. Зачем тут? Что-то тоже, наверное... Ну-ка, стоп, может быть, там это есть? Нет. Какой у меня, кстати, уровень-то надо посмотреть? По-моему, уже такой, около 50-го. У меня такое ощущение, что я персонаж слабоват уже как-то стал. Хотя этих, конечно, я убиваю, то есть, но все равно что-то как будто не хватает. Чуть-чуть урона, что ли. Так, стоп, нам нужно теперь, наверное, туда. Кто говорил, говорю про сложность, то что второй дарк, он легче, чем первый. Я не соглашусь, то есть он не легче, точно не легче. В него, может быть, чуть легче начать играть просто. То есть, совсем вот первые места какие-то, да, первый босс там, ну... Хотя первый босс в первом дарке тоже несложно был. Кстати, мне надо с факелами разобраться, потому что... дальше... Мне понадобится факел в этом. И у меня они есть, но почему я не могу их поставить? Как-то тут сделали вот с этими факелами, не совсем непонятно. Потому что факел мне понадобится. Ребята, понадобится. Блин, потому что там без него будет очень плохо. Без факела. И я не знаю, как его поставить. Черт возьми, как они так сделали? Я не понимаю, почему факел нельзя поставить? Колокольчики какие-то. То есть, во вторую руку можно было взять факел. Блин, я выпил квест тут случайно. Фу ты, черт. Ну ладно, не смертельно. Не знаю. Ладно, в этой серии все равно нам не понадобится. Я попробую все-таки понять потом, как им пользоваться. Потому что я... Ну, я не могу я понять, как, вот, как его использовать. Его нету в дополнительном оружии. В смысле, ну, которое на вторую руку можно поставить. Так, нам туда или туда? Давайте сходим туда сначала. Так, у меня такое ощущение... Да, что нам все-таки туда, поэтому давайте...
Сходим сначала. Потому что я слышал, что в подземелье где-то следующий уровень, поэтому путь наверх, скорее всего, не ведет к логическому концу. Но мы с вами посмотрим, что там нужно уже узнать. Так, а я, по-моему, здесь был. Или нет? Ну, похожее просто место. Эти двери нельзя открыть. Ну-ка, стоп. Ну, это вообще не дверь, это, по-моему, декор просто. Так, давайте еще там посмотрим, что. Все-таки аккуратно. О, сундук. Чуть не пропустил. Шлем рыцаря, доспех рыцаря, наручи рыцаря. Ну-ка. Так, стоп. Это хуже, чем те доспехи, но лучше, чем те, которые есть у меня, и я могу их одеть. Все равно быстро буду это. Нормально, оставим их. Так, а шлем, ну-ка, может быть, тоже лучше, чем этот. Не, он хуже. Этот шлем поинтереснее. Так, 5,2 весит, этот 4,2. Но он хуже намного, этот шлем. Так, а эти, ну-ка. Вот, наручи рыцаря, они хуже. Вообще доспехи говёные, по-моему, достаточно эти. Но тело защищает лучше, кольчуга это лучше. Да, броня. Так что оставим ее. Нам сейчас пригодится любой этот. Потому что, говорю, впереди будет такая локация, от которой я, наверное, вообще на говно зайду. Если это как Blade Town, то это полная жесть. Там еще говорят, ни одного нету факела просто. Это как вот про четырех королей, если в первой части помните. Там не было ни одного этого. О. Так, и какая-то тетка стоит, или мужик это. Что это? Я не знаю тебя, и ты не знаешь меня. Пусть так дальше остается. Фух. Как странно ты себя ведешь. Обычно люди стараются держаться подальше. Меня зовут Локотель. Рядом, я родом из страны, что зовется Мирра. Она за горами далеко на востоке. Говорят, Дранглик полон могущественных душ. И вот я здесь, чтобы взять свою долю. Но до чего же это странное место? Даже слухи не могли подготовить меня. Ты действительно ведешь себя очень странно. Мне всегда казалось, что лучше избегать людей. А тебе захотелось подойти ко мне. Я вижу, твое путешествие в самом разгаре. Если хочешь, я тебе помогу. Я из Мирры, страны рыцарей. Мой меч всегда наготове. Смело зови меня, чтобы не случилось, я приду. Ты действительно ведешь себя... А, ну это я уже услышал. Мне кажется, что ее можно будет позвать на битву с боссом. Учитывая, что она сказала, что мой этот... Это очень хорошо, потому что... Правда, я не уверен, что на пиратке смогу это сделать. Так, ну что, у нас есть... Давайте мы с вами отправимся в Маджулу, потому что в любом случае нам нужно сейчас все души использовать. И нам нужно купить один камушек сейчас. В этой серии мы все равно с вами не пойдем, то есть на этот уровень, потому что уже 30 минут прошло почти. Там, я думаю, что у меня займет, наверное, дай бог, чтобы в серию вложиться тот уровень. Так, что мы сейчас делаем? Так, вот, кстати, почему-то у меня эта бабушка сюда не пришла, вот с первой локации, если помните. Она не пришла сюда. Хотя она сейчас должна быть здесь, насколько я знаю. То ли это баг, то ли что. Вот у меня есть душа гордого рыцаря, я сейчас ее использую. Дает 2000, как раз то, что мне надо. Я сейчас придется мне сгонять в этот... сюда. Потому что там эта старушка, и у нее есть одна вещь, без которой я слышал в этот уровень лучше не соваться. Вот, и надо разобраться с факелами, потому что я не знаю, как я буду проходить без факелов тот уровень. Там вообще печаль полная без него, без них. Купить предмет. У нее есть знак. Вот, ключ-камень Фароса. Он нам понадобится. Все, мы потратили на него все души. Но это того стоит. Сколько, по крайней мере, по слухам. Вот, ну что, давайте так-то. Да, тогда. Безлюдная эта пропасть, туда отправимся. Теперь у нас есть ключ этого Фароса. Я думаю, что мы вывезем все это.
Вот, так что давайте на этом эту серию закончим. В следующей серии мы пойдем дальше. Я надеюсь, что у нас все получится, потому что легко нам не будет. Кстати, тетка это куда-то свалила. Так что оставайтесь на канале, не забывайте ставить лайки, там, как обычно, все. Обязательно подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Скоро увидимся, всем пока.